Желбере Равшал мана гелегер жинге. Желбере Плинтус гелбере гендин. Хава! Ребят, ну вы там аккуратней, главное, сломайте вот эти баррикады и потом окно застройте. Ты там аккуратней, там аккуратней. Сейчас, если еще стукнешься, еще скорую помощь, не дай бог, вызывать надо будет. Аккуратно, окно застроил окно, молодец. Убрал вот эти баррикады, убери баррикады вот эти еще. Ага. Чуть-чуть осталось, чуть ломай. Ладно, спускайся, я потом сам сломаю, сейчас еще бошку себе разобьешь. Сейчас спускайся. Все, прицепы свои забирай прицепы. Жильгами гельбель начальником на зарплату, мана. Не переживай, как договаривались, я сначала 4 стака золотых монет все же заплатил за вот эту хату. Хоть я считаю то, что 4 стака это вот дофига как много, и 2 стака вроде за ремонт. Я все правильно помню, тогда держи джамшут, тебе стак и Равшану тоже стак, молодцы, все. Хорошо справились, кстати, я сейчас зайду внутрь, посмотрю, что вы там нахимичили. Все, давайте вот эти прицепы свои забирайте, уматывайте оттуда. Так, Степа, подойди сюда. Бежишь сразу за Геннадием Петровичем. Притаскиваешь его вот сюда, и прямо сейчас мы ему будем дарить хату. Поэтому давай, ноги в руки, руки в ноги, побежал сразу же, так быстро, как только можешь. Генка свою хату увидит, копыта отбросит. Ну я об этом же говорю, все, давай, побежал. Одна нога тут, другая нога там. Ну чё, мелкий? Обрадуем Генку в этой серии. Мне кажется, ему 100% это должно понравиться. Так, иди сюда, будем его ждать. Идут. Мелкий, готовься! Здорово, мужики! Здорово, Генка, здорово! Слушай, как хорошо то, что мы сегодня здесь все сами собрались, да, вчетвером. Ну, мы собрались, потому что Генка, я тебе по секрету скажу, мы тут с Мелким, мы хату новую купили. Вот, поэтому я тебя позвал на новоселье, чтобы мы, ну, посидели, отметили вот это все дело, как бы. Новая хата всегда хорошо, да, Геночка? То есть вы купили квартиру? А я тут при чем? Вы похвастаться, что ли, решили? Нет, похвастаться и поделиться информацией с близким другом это две разные вещи. Не, Генка, тут просто новая хорошая квартира, мы хотим, чтобы ты ее оценил. Вдруг она тебе понравится, вдруг вот. Мы просто ее купили, потому что делать было нечего. Все, давайте, все за мной. По одному заходим, давайте. Это старый жилец квартиры, мы выселили его оттуда. Ну, соседи, ну у всех соседей дебилы, честное слово. Вот у нас тут еще тем более. Ну ты самое главное, не обращай внимания, все будет хорошо, честно. Тебе понравится квартира? Так, слушай, бомжара, иди сюда. Короче, давай я тебе даю 3 золотые монеты, ты сдрыснул отсюда так далеко, как только можешь, чтобы я тебя здесь больше не видел. На 3 золотые монеты, я не знаю, семечки себе там купи или еще что-то. Все, ты, Геночка, не обращай внимания, соседи у нас просто дебилы, вот бывают. Все, давайте все по одному за мной заходим. Генка, ты тоже не обращай. Наташа Соска, мы правда не знаем, кто такая Наташка и почему она Соска, и кто такая Соска, мы тоже не знаем. Но как бы вот это подъездное искусство, граффити, вот. Все, заходим сюда, заходим по одному, по одному. Жильгебек Гербери, Равшан, свалил на чё, в это отсюда, мана, да, ушел. Так быстро, что тут забыл-то? Давай, я твоему братку уже деньги отдал, давай. Да не через окно, через дверь, ты выйди как нормальный человек. Все, мелкий, закрой дверь. Так, Генка, смотри, какая новая квартира у нас. Тут у нас рабочее место, правда, компьютера еще нет, только магнитофон, но это как бы ничего, потом можем купить. Потом у нас здесь огроменная двухспальная черная кровать, телочек можно водить целыми днями, тут прям огромная такая, ну в смысле, хорошая большая кровать. Тут, правда, телевизора не хватает, но потом мы его сюда купим, пока что еще не успели. Потом 2, а даже 3 огроменных окна с видом на мой ресторан.
Тебе нравится, а, Генка, нравится? Мужики, вы совсем очумели, что ли? Подожди, Генка, мы не очумели. Тут еще и кухня маленькая есть, смотри. Вот, тут у нас и холодильник, тут у нас и плита, здесь у нас и тостер. Короче, заходи в квартиру, живи просто до конца жизни. Ну вы же знаете, что я бомжара. Вы что, решили хатой новой похвастаться, а? Ну не, мы не решили похвастаться новой хатой, Генка. Мы просто решили тебе показать, ну чтобы ты оценил. Однокомнатная холостяцкая квартира. Вот прям подходит для нас всех, да? Не ожидал я от вас такого. Друзья называются. Да пошли вы! Гена, нет, подожди, Ген, стой, да, это совершенно не то, что ты подумал, Гена, ключи, опа, Гена, Ген, стой, проблем, я бежал за тобой, ключи из кармана выпали, ключи от квартиры новой из кармана выпали, я их найти не могу, ключи выпали из кармана, помоги мне найти, пожалуйста, Ген, я не знаю, где они, беда-то такая произошла со мной, так вот же они. А? Ну ты смотри, какой молодец, Гена. Вот нашел ключи, которые у меня с кармана выпали, но молодец. Ну, все, тогда можешь их себе оставить. Как говорится, что упало, то пропало. Что нашел, то мое. Забирай ключи себе. Вот. Дай квартиру, в принципе, забирай себе. Нафиг она нам нужна. Мы ключи потеряли, получается, квартира больше не наша. Ты что, серьезно? Ну, пословица есть такая, говорю, что упало, то пропало. Ты нашел, значит, ключи твои. Ой, какой я растяпа, просрал ключи, просрал квартиру среди белого дня, Генка. Ну все, получается, квартира тогда твоя. Заходи, смотри, однокомнатная, холостяцкая, как я и сказал. Да давайте за ним, да. Кого? Куда тебе так же? У тебя есть двухэтажная квартира, ты с Риткой своей женой живешь. Степа, ты не обнаглел на. Давайте заходите. Заходите обратно. Так, ну надо было как-то Генке это преподнести, ну по-скромному, а не так, то что мы бы подошли и сказали, вот Генка, твоя квартира. В общем, Гена, да, ты изначально неправильно понял, я изначально тебе неправильно объяснил, мы тут с пацанами скинулись, ну точнее я скинулся деньгами, все остальные пацаны просто наблюдали за тем, как я скидываюсь деньгами, они не скидывались. Мы знаем, как тебе было сложно, трудно и плохо в последнее время, ушла из жизни твоя любимая жена, ну вот эта баба Зина. Ты бомжаром стал, поэтому мы решили то, что вот эта новая квартира будет хорошим началом нового чистого листа, чтобы ты заново начал жить, не тужить, не переживать и не реветь целыми днями. Поэтому, Генка, все это твое. Живи, вот это поживай, добра, как говорится, наживай. И телочек сюда води, вот. То, что тебе 60 лет, ничего страшного, ты еще себе бабу сможешь найти. Спасибо! Мужики, спасибо за все. Люблю вас больше жизни. Ну да, сложная жизнь на мусорке, но сейчас-то все хорошо, Генка. Пацаны, успокойте его, я не могу на это смотреть, успокойте его. Так, ребят, это, конечно, все хорошо. Квартиру мы подарили. Генка расплакался. Вот эти сентименты, вот эти все, вот такие хорошие моменты, которые запомнятся нам до конца жизни. Но жопу-то в руки возьмите и на улицу ее вытаскивайте, потому что у нас с вами еще дофигища планов. Генка, потом квартиру затопишь в своих слезах. Давай на улицу выходи. Как говорится у нас в жизни ютубера, малейкум ассалам, брат и сестра. Брат-сестра. Давайте, пошлите за мной. Тут у нас транспортные средства. Я так решил то, что Генка, сегодня какой-то день подарков просто, ей-богу. Вот этот розовый байк твой. Я-то подарил этот розовый мотоцикл Аленке пару серий назад, когда, или я Олечке, не помню, когда Мелкий хотел на ней жениться. Но, как бы, свадьба не удалась. Поэтому, Мелкий, твой голубой байк, Геночка, твой розовый. Моя тарантайка, а у Степы, ну, вот это, молниеносный его мопед. Да, Степа? Ну, вот, я говорю, что он топ, молниеносный просто. Все, садись давай. Прямо сейчас мы с вами должны отправиться к дому бабки Ёшки, потому что ее дочка, вот эта Елена Ветрянкина, попросила меня притащить ее в центр города, потому что сегодня у нас еще одно знаменательное событие. Какое, расскажу чуть позже. Поэтому давайте делаем так. Кто последний доедет до дома бабки Ёшки, тот лохозавр лохопецкий. Поэтому сейчас, подожди, раз, два, три, тогда погнали. Раз!
ДВАС! И... Жрите пыл, лохозавры, не догоните никто из вас! Мою малышку в этой жизни еще никто не перегонял. И... ПАПА! Генка второй, мелкий третий, а Степа как обычно. Мы подождем, Степ. Ты как там? Все нормально? Какой первый с конца ты, Степа, с конца ты первый. Короче, пацантре, мы сюда пришли, чтобы притащить в центр бабку Ёшку, но притащить ее из-за того, что сегодня у бомжары и Елены Ветрянкиной свадьба. Если кто-то не знает, то примерно серии 10 назад они начали вот это, мутить между собой. И вот недавно бомжара мне по секрету сказал то, что он сделает предложение Леночке Ветрянкиной. Поэтому у них сегодня такая маленькая скромная свадьба, они почти никого не пригласили, просили только меня и Велкова прийти, но вы два вот этих усатых, ну, вы можете с нами за компанию прийти, если хотите, и бабку Ёшку еще мы пообещали притащить, поэтому давайте все за мной, потопали, главное не теряйтесь. Это из вас кто-то потерял коляску посередине леса или нет? Слушайте, ребят, вроде обычное дело, да? Ну нашли мы заброшенную коляску посередине леса, ну и нашли. Ну я вас пугать, конечно, не хочу, но я вот позавчера один страшный фильм ужасов смотрел, и там он начинался как раз-таки именно так. Одна молодая пара в лесу коляску нашла, и потом жопа-попа вот это началась, когда всю семью перерезали на кусок. Так, стоп, ничего страшного здесь не так, надо проверить, потому что это немножко странно, то, что коляска возле дома бабки Ёшки находится. Кто хочет проверить, кто здесь самый смелый? Степа? Мелкий? Геночка? Не. Ну, раз никто не хочет идти, давайте мы тогда сыграем в небольшую игру. Давайте сделаем так. Кому из нас меньше всего лет, тот сейчас пойдет и проверит эту коляску. Как вам такая игра? Все согласны? Вот, Гена, согласен? Я тоже согласен. Мелкий, ты тоже согласен? Согласен. Вот, короче, тогда давайте сейчас выясним, кому же из нас меньше всего лет? Кто здесь самый молодой? Может, Степа, может, я, ну нет, я точно нет, Гений вообще уже там 60 чем-то. Мелкий, я даже не знаю, кому же меньше всего лет из нас здесь всех. Слушай, Мелкий, я не уверен, конечно, но мне кажется, что... Рогатку, хулиган Мелкий. Ну вот, ты, Мелкий, все, иди давай проверь. Давай иди проверь, Мелкий, что ты такой стеснительный? Давай иди проверь, что за вот эта коляска ужасов посередине леса стоит. Ничего же страшного там нет. Аккуратно, главное, ничего там страшного нет, Мелкий, разве что демон там где-то возле коляски гуляет, ну это как в том хоррор-фильме было, а так ничего страшного, Мелкий, не... Еще один Мелкий! Ладно, сейчас я пойду первый, давайте все за мной. Ути-пути, какой там? Ути-пути, а ну подойди сюда, ебёночек такой, подойди сюда. Ты тут потерялся, подойди сюда, ути там. Это пис-пис-пис, или как там детей звать? Подойди сюда. Мя-мя-мя. Я не мя-мя, я не пя-пя, я вообще тебе никто. Ты мя-мя, я не мя-мя. Слушай, это, мелкий номер два, ты как посередине леса-то потерялся? Ты вообще в курсе, где ты гуляешь, и где твоя настоящая мя-мя? Кто тебя здесь оставил? Мамя, ты! Нет, я не мамя. Так, Степа, забирай коляску вот эту и пошлите к бабке Ёшке. Мне кажется, она знает, что здесь происходит. Если вы гуляли рядом с домом бабки Ёшки,
Мне кажется, вы с ней как-то связаны. Или вы просто ныряли дебилы, которые гуляют где-то ночью посередине леса и оставляют мелкого ребенка возле бабки-ёшки. Так, иди за нами, мы сейчас найдем твою мамю. Ты, главное, не пугайся, а то у бабки-ёшки, честно сказать, не самый красивый дом на этой планете и не самый доброжелательный. Вот, разрешите продемонстрировать. Сразу на входе вас ждет кладбище. Вы не пугайтесь, не пугайтесь. Если мы пройдем дальше, мелкий номер два. Смотрите, здесь у нас Антон. Раньше он был человеком. Это бывший муж Елены Ветрянкиной. Но он не понравился бабке Ёшке, она его превратила в свинюху. Вот. Сказки наяву, просто ёперный театр. Так, присматривайте за ним, чтобы он о нас не отставал, давайте. Главное, чтобы мне не пришлось этого мелкого номер два тоже усыновлять, а то я с двумя вот этими спиногрызами точно не справлюсь. Сейчас все заткнули вот эти все свои ротики и... ждем бабку Ёшку, сейчас она нам откроет дверь, и мы у нее спросим, что это за мелкий вот этот мя-мя-мя-мя. Подожди, Степа, бабка Ёшка точно дома. Она просто глухенькая немножко, вот, она не слышит карга, вот эта старая, вообще не слышит. Надо раз 20 позвонить, чтобы она открыла нам дверь. Ну или проще всего самому открыть дверь, самому зайти, самому ее найти, как мы сейчас и сделаем. Все, давайте все за мной. Бабка Ёшка! Ты дома? Глухая, говорю, карга старая, ничего не слышит. Так, давайте все по одному за мной. Бабуль! Бабка Ёшка! Ты дома? Мелкий, сгоняй на второй этаж, посмотри, там она или нет. Так, ты куда за... Ты вылези оттуда! Сейчас же с тебя бабулька супчик сделал! Вылези оттуда! Так, кстати, подождите, костер горит. Это значит, что она недавно здесь была. Это значит, что она недавно делала зелье. Значит, она не могла куда-то далеко уйти. Мелкий, она там? Слушай, если ее нет на первом этаже, на втором этаже и даже на крыше ее нет, где она тогда может быть? Это еще кто был? Ты смотри, как полетел просто ненормальный, че он такой быстрый-то? Слушай, так может это он ребенка потерял? Это папа твой мелкий? Это вот этот пяпя твой или это мяма твоя была? Подождите, че мужик в шкафу делал? Где бабка Ёшка, что самое страшное? Пойдемте нафиг отсюда. Так, надо пойти к Лене Ветрянкиной и спросить у нее. Может, бабуля отправилась куда-то? Это брат Елены Ветрянкиной, на которого она дом свой оставила, бабка Ёшка. Ты его знать. Все, давайте быстро все за мной по машинам и обратно в город. Дичь какая-то происходит, честное слово.